Так, ну что, будем менять на самокате камеру. В общем, вот такая камера у нас. Сейчас посмотрим, где-то маркировка у нее должна быть. Вот такая маркировочка. В общем, для того, чтобы поменять, пришлось купить вот такую трещотку 21 миллиметр головка. Потому что вот здесь она только вот такая помещается. То есть вот так вот с помощью трещотки можно открутить. Сейчас надо будет вот эти тормозные суппорта снять. Ну и все, в принципе, аккуратно вот это отделить. И можно будет покрышку одевать. Попробуем, посмотрим, что получится. Чтобы поменять камеру на самокате, не обязательно вот эту штуку откручивать. В общем, суппорта. Можно один винт вот здесь выкрутить и вот так вот оттопырить. Соответственно, мы сможем раскрутить два вот этих две гайки и спокойно вытащить. Так, значит, прикол следующий, да, по замене вот этой вот камеры. Сначала одеваем на звезду, сначала одеваем через диск вот этот вот, потому что поначалу кажется, да, что она вообще не оденется. В общем, ниппель благополучно отчекрыжен вот этой штукой для 3D принтера вот здесь. Вот. И теперь постепенно мы будем вот так это сюда затаскивать. Вот. Потому что, как и говорю, вот этот вот диск, да, он намного больше, чем диаметр внутренней вот этой камеры. Так что попробуем аккуратно как бы ее натянуть и постепенно надеть вовнутрь. Короче, оказалось это намного сложнее. В общем, двумя отвертками вот так удалось натянуть камеру. Надеюсь, что она будет целая. Ну, главное, острой стороной не тыкать, а просто как рычаг ее использовать. И как бы постепенно вот так надгибать ее, ну, чтобы одеть. И периодически всякую всячину вставляйте, типа ключей, неострых, чтобы оно держало резину. Фух. Ну что, друзья, работа завершена, все успешно поменял. Единственное, что было тяжело менять, поскольку это бескамерная покрышка, скажем так, да, из-за этого ее было очень тяжело надеть. Прям вот очень тяжело. Тут пришлось в четыре руки буквально все это делать, но в итоге все успешно. Осталось только накачать это и ездить кататься, если все было правильно. Так что вот такие дела. Друзья, ставьте лайки и пишите советы, как, например, поменяли бы вы. Все, пока.